Дмитрий Звягинцев, несмотря на молодость, человек опытный. Эта поисковая экспедиция для него третья по счету. Ему повезло, отбор здесь серьезный. Только 8 человек удостоены этой чести. Требования к ним не детские. Нужно быть физически развитым и знать хорошо историю, говорит Дмитрий. Многие экспонаты в Музее боевой славы предоставлены им лично. В этом году поработали достаточно хорошо, подняли 18 бойцов. К сожалению, все мародеренные. То есть ни одного целого бойца, который шел бы по анатомии. Вот, собственно, что я нашел лично. Лично я особо ничего не нашел. Максимум могу сказать то, что откопал метровую балку металлическую. Эмоции после экспедиции положительные. Когда приезжаю, ну, как будто в родные места приезжаю. Такое ощущение, то, что уже все знакомо, уже как будто везде побывал. Люди уже родными становятся, особенно коллектив рабочий. Это 45-я экспедиция лангепасских поисковиков. Группа вела раскопки на местах сражений Сталинградской битвы на протяжении 2 недель. Работали ребята каждый день по 10 часов. Среди многочисленных находок на полях сражений поисковики обнаружили лопаты, кружки, фляжки, каски, перочинные ножи и многое другое. Для меня это уже была вторая экспедиция. Как по моим ощущениям, она была лучше. Про эмоции нет смысла даже говорить, потому что они неописуемы. Это нужно побывать и испытать эти эмоции. Ну, лично из того, что я поднял, это был гаечный ключ, танковый гаечный ключ, советский штык-нож и прицел от ППШ в переходной модели 1942 года. Возглавляет экспедицию Константин Страхов. Сам он уже несколько лет вместе со своими воспитанниками проводит по нескольку месяцев в год на полях сражений. Мужчина – участник боевых действий в Грузии и Абхазии в 1992 году. Говорит, знает цену справедливости и правды, которая обязательно должна жить в умах людей и будущих поколений. Вместе с нами работали поисковики города Мегиона, поисковый отряд «Истоки», города Сургута, поисковый отряд «Север». Приехали двое ребят с Севского района Брянской области, ну и волградцы, конечно. Совместными усилиями за 10 рабочих дней были подняты останки 18 бойцовых командиров Красной армии. Но, к сожалению, их имена установить не удалось. То есть ни медальонов, ни документов обнаружено не было. А так наши ребята показали себя с самой лучшей стороны. Все молодцы, все трудились. Так что огромное спасибо. За несколько десятков лет, проведенных в экспедициях, поисковики Лангепаса подняли и перезахоронили останки более 2000 бойцов. Удалось установить личности без малого 1000 погибших. И только у некоторых нашлись родственники. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров, телекомпания «Лангепас», специально для телеканала «Югра».